Уникальное колье с брошью Екатерины II, которое до сих пор ищет своего обладателя. Это необычное украшение, два в одном, основой которого служит колье, напоминающее широкий чокер из россыпи бриллиантов. В центральной части к нему крепится брошь-бант, которая служит не только декором, но и выполняет функцию застежки. Интересно, что каждая часть этого сета может существовать отдельно. Вместе с другими драгоценностями Романовых в 1927 году колье было выставлено на торги аукционного дома «Кристис». Впервые его продали по частям Филлипсу, владельцу одноименного аукционного дома, который позже продал его в частной коллекции. В 1980-м неизвестный хозяин украшения выставил его на торги, и оно снова ушло к неизвестному покупателю. В следующий раз мир увидел драгоценность в 2005 году на аукционе Сотбис. На этот раз торги широко освещались в прессе. Фотографии лотов можно было найти онлайн и в офлайн-каталогах. Новый владелец колье выкупил его за 1,5 миллиона долларов. Однако в 2016 году ожерелье вновь выставили на продажу. Оно предстало перед покупателями в обновленном виде. Ювелиры добавили несколько звеньев, так как посчитали украшение слишком коротким. Однако колье так и не поменяло владельца. Никто не решился выкупить алмазную роскошь два в одном, поскольку ценник оказался совсем нескромным. На этот раз 5 миллионов долларов. Кстати, по заключениям ювелирных экспертов, основой драгоценности служит колье Ривьера, датируемое 17 веком, а значит, оно было изготовлено еще до рождения Екатерины Великой. За последние 8 лет информации о торгах больше не было. Кто знает, может быть, уникальное колье с брошью Екатерины II будет выставлено на торги в этом году, и именно вы станете его владельцем.